Мы собрались здесь, в этом прекрасном зале, чтобы еще раз вспомнить, чтобы еще раз оценить. Самое главное, чтобы еще раз услышать великую музыку и мысленно представить себе вот эти арии, эти оперы, эти романсы в исполнении величайшей певицы современности, если так можно сказать и позволено будет выразиться, прим, мировой, и, конечно же, нашей российской, нашей советской, нашей отечественной сцены Ирины Константиновны Архиповой. Нет по масштабу творческой личности никого, ну, кроме, может быть, на мировой сцене, там, Марии Каллас, кто бы был, вот, сочетал в себе образец примы оперной, дивы оперной, ведущие солистки, самые ведущие, в репертуаре которой все ведущие женские партии всего мирового классического репертуара и всего нашего отечественного музыкального репертуара, в том числе еще раз говорю, проникновенное исполнение романсов и песен, которые ну, не могут оставить равнодушного никого, потому что гениальность. О Ирине Архиповой можно много говорить. Но, конечно, мы с вами собрались сегодня для того, чтобы, вспоминая и отдавая дань искренней любви, уважения и почтения величайшей певице всех времен и народов Ирине Архиповой, послушать, как сегодня здесь у нас в Пензе наши коллективы, наши исполнители на своем уровне, а он достаточно высок, могу заверить вас, продолжают, приумножают и развивают традиции, которые заложены. Спасибо, что вы сегодня здесь с нами, что вы пришли почтить память и творчество величайшей певицы Ирины Архиповой. Низкий поклон вам всем и участникам концерта, который ни один не отказался, а более того, шел со своей инициативой принять участие в этом концерте. Приятных впечатлений. Сегодня в день, который мы отмечаем, посвященный 90-летию. Мы с этим концертом с вами вписались в огромный марафон российского музыкального искусства. Именно 2 января, в день рождения Ирины Константиновны, в Ивановке прошел концерт памяти Ирины Константиновны. Почему в Ивановке? Потому что именно там, где начали реставрировать и восстанавливать музей, дом-музей Рахманинова, Ирина Константиновна приложила все усилия для того, чтобы даже сад восстановить из тех пород деревьев, кустарников, цветов, которые были при Рахманинове. Итак, концерт, посвященный 90-летию великой русской певицы, любимицы всех народов, Ирине Константиновне Архиповой.